Битком набитые трибуны Олимпийского, большие буквы Z и V, главные атрибуты нашей спецоперации на Украине, грандиозный концерт. Так Рязань встречает всероссийскую крымскую весну. 8 лет назад мы искренне радовались возвращению в родную гавань Севастополя и всего Крымского полуострова. Сегодня для всей страны это праздник единения и поддержки вооруженных сил России. То, что Крым играет особую роль во всем этом, неоспоримо. Я напомню еще раз, что именно в Крыму первым военным губернатором Севастополя стал наш земляк Александр Авинов. Сейчас наши ребята, наши воины, наши солдаты защищают нашу страну, наших братьев там, в Донецкой и Луганской народных республиках. А Запад, которому это не нравится, вновь старается сделать нам больно, объявив нам экономическую войну. Что такое война, не понаслышке знает Андрей Бондаренко, ветеран боевых действий из Луганска. Его выход на сцену зрители сопроводили оглушительными овациями. Боевой офицер не скрывал своего волнения. Привет, Рязань! Уважаемые рязанцы, я бы хотел от всей души поблагодарить вас, всех жителей области и города Рязани, за ту помощь, которую вы оказываете моей молодой, любимой республике, Луганской Народной Республике, и всему Донбассу непосредственно. Только с вашей помощью мы можем победить в этой войне с этой нечистью, с этими ультрафашистами. И мы, по-моему, достойно справляемся со своей задачей, потому что Россия, матушка, с нами. И мы по-любому победим. Такой же оглушительной поддержкой встретили трибуны и музыкальную часть праздника. Особо душевно рязанцы приняли поющих десантников. Столица ВДВ по-другому и быть не могло. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».